Космический телескоп НАСА сфотографировал обитель Бога. Неужели американцы в самом деле вот уже более 20 лет скрывают сенсационную информацию об огромном городе, плывущем в космической бездне, сияющая конструкция слишком правильной структуры. История про обитель Бога. Одна из самых популярных в интернете. Появилась давно и теперь чуть ли не каждый год всплывает откуда-то собирая богатый урожай. Читает ее с интересом, потому что история эта и в самом деле захватывающая, с одной стороны, а с другой – обнадеживающая, поскольку предоставляет почти материальное подтверждение того, что Бог есть, а кто же еще может жить в самом центре вселенной в городе диаметр которого достигает нескольких тысяч световых лет. Вот что обычно пишут про открытие якобы сделанное в НАСА с помощью космического телескопа Хаббл. Текст привожу дословно, в том виде, в котором он появился в нынешнем 2015 году на одном из сайтов, публикующих, по выражению его создателей, факты о невероятном. В декабре 1994 года специалисты НАСА получили очередную порцию фотографий, снятых космической обсерваторией Хаббл. Небольшое туманное пятнышко на одном из снимков вызвало интерес. Появление его нельзя было объяснить ни помехами при передаче сигнала на Землю, ни каким-либо оптическим эффектом. Интересный участок звездного неба пересняли с максимальным для Хаббла разрешением. На снимках ученые увидели сияющую конструкцию слишком правильной структуры чтобы считать ее творением природы. О размерах ее говорить трудно. Даже огромный гигантский никак не подходит для объекта, измеряемого в миллиардах километров. Наша планета была бы всего-навсего песчинкой на улице этого города. Потрясенные специалисты, не сдерживая себя в определениях, назвали объект городом и дали ему название обитель Бога. Никто и не предполагал, Насколько они близки к истине. Проследив за объектом, Ученые определили, что он вместе с галактикой движется относительно Земли. Это вполне укладывается в теорию большого взрыва. Согласно теории, некогда во Вселенной произошел взрыв и с тех пор галактики разлетаются в разные стороны. Однако, когда специалисты с помощью компьютеров построили трехмерную модель этой части Вселенной, их ожидал сюрприз. Наши и все остальные галактики действительно перемещаются относительно обители Бога, но сам город никуда не летит, поскольку находится в той самой точке, от которой все разлетается. точка Обитель Бога находится в самом центре Вселенной. О странном техногенном объекте было доложено на самый верх. Судьбу удивительного открытия обсуждали президент Билл Клинтон и вице-президент Альберт Гор. В конце концов, решили, что не стоит будоражить человечество, и наложили запрет на публикацию всех сведений, касающихся обителей Бога. Но было поздно. Все сделанные хаблом фотографии почти сразу же выкладываются в открытом доступе для ознакомления. Прежде чем интересные снимки были изъяты с сервера. Несколько астрономических лабораторий успели их скопировать. В начале 1995 года в одном из немецких научных журналов появилось сообщение об открытии НАСА. Из научных журналов информация разлетелась по всем СМИ. Джин вылетел наружу. Информация перестала быть секретной. Недостатка в теориях нет. Каждая статья об обителе Бога завершается абзацем с изложением очередной версии о характере объекта. Наиболее худовыми являются следующие. 1. Это действительно место обитания Творца. Место пребывания душ умерших людей Земли и других планет. 2. Объект, Создание некой сверхцивилизации. Если во Вселенной существуют иные разумные существа, возможно, что некоторые из них достигли столь высокого уровня развития, что в состоянии создавать искусственные объекты такого масштаба. Сегодня вокруг Земли летает МКС. А что человечество запустит лет через 500? А НАСА? Что же НАСА? Ведь никто не сомневается что его специалисты продолжают следить за обителью Бога. Так неужели за 20 лет странный объект не преподнес больше ни одного сюрприза? НАСА, несмотря на многочисленные публикации, от комментариев категорически отказывается. Идет дальнейший анализ и изучение полученных снимков. А что оно еще может сказать? Занятно. Но все заметки про обитель Бога сопровождаются тремя разными снимками. На одном, Город виден в середине разноцветной галактики. На врезках показаны детали его строения. Увы, это подделка. Для изготовления которой была использована фотография галактики НГЦ-3079. Действительно сделанная с помощью телескопа Хаббл. В оригинале. Никакого города нет. А если бы он был то находился бы в 55 миллионах световых лет от нас. Именно на таком расстоянии расположена галактика НГЦ 3079. Далеко. Но это совсем не центр Вселенной и не самый ее край. Второй снимок. Еще более грубая подделка. Размытое изображение Земного города попросту наложено на фотографию некой галактики. Подделку выдают тени на городе не соответствующий источнику света на снимке. На третьем снимке город находится на черном фоне космоса и светится сам. Только свет выглядит слишком однотонным. Разгадка оказалась простой. Кто-то раскрасил снимок который изначально был черно-белым. Он тоже существует. И впервые появился отнюдь не на сайте НАСА а в американской газете Weekly World News 8 февраля 1994 года. Снимком газеты Weekly World News проиллюстрировала статью под заголовком «Телескоп Хаббл сфотографировал рай», сообщив, что снимок был сделан 26 декабря 1993 года. Название «Обитель Бога» появилось позднее в процессе распространения сенсации. Очевидно, что его породила врезка, которую газета поместила на обложку. «Мы нашли где живет Бог», — уверяют ученые. А вот, что было написано в самой статье. Спустя всего несколько дней после того, как астронавты шаттла подчинили космический телескоп Хаббл, его гигантские линзы сфокусировались на звездном скоплении на краю Вселенной, и сфотографировали рай. Это сообщение сделала автор и исследователь Марсия Масон, которая цитировала высокопоставленных представителей НАСА. Снимки ясно показывают большой белый город. Это и есть доказательство, которого мы ждали. — сказала Бермасон репортерам. Благодаря огромной удаче, НАСА нацелила телескоп Хаббл в нужное место и в нужное время, чтобы снять на пленку данное изображение. Я не особенно религиозна, но я не сомневаюсь, что кто-то или что-то повлияло на решение нацелить телескоп именно на эту область космического пространства. Был ли этим кем-то или чем-то сам Господь Бог, учитывая безбрежность Вселенной и все места, который НАСА могло бы запланировать для исследования, это как раз был он. Единственным логическим объяснением является то, что город населен душами умерших. Статью из Уиклы World News» перепечатали десятки христианских газет и журналов, которых ждало горькое разочарование. Д.Р. Марсия Массон оказалась несуществующей, а первоисточник – лживым. Как говорится, от корки до корки. Газета была создана как дочернее издание бульварный Национал Энкурир, когда в ней сочли невозможным более печатать заведомые выдумки. Возглавили ее Джим Кланс и его брат Дерек, прославившийся тем, что сам сочинял ответы читателям от имени придуманной им редакционной ясновидящей. Секрету Уикл Уорлд в свое время раскрыл уфолог Грег Сандоу, которому удалось поработать в редакции и даже самому выдумать пару уток. Он поведал, что авторы статей проводят не проверку их, а антипроверку. Если, к примеру, газета рассказывает о том, что в неком городе кого-то сожрала бабочка-мутант, то первым делом в редакции выясняют, не живет ли случайно в том самом городе человек с таким и именем и фамилией. Если он реально находится, то фамилию меняют вдруг герой воспользуется совпадением и подаст в суд. В 2007 году газета перестала выходить на бумаге и полностью перешла в интернет, продолжая радовать читателей отборными утками. В пустыне него найдена черная дыра из космоса. Точка, точка, точка. Она уничтожит нас всех, говорит ученый.